Сегодня у нас 30 января, и сегодня у меня по-настоящему slow morning routine. Я проснулась в 10:30, хотя нет, я проснулась в 8:30, но встала с кровати только в 10:30, потому что я вновь уснула. Я сделала себе кофе домашний, у меня, мне кажется, за 10 лет первый раз мой addiction с кофе упал со 100% до 2, и я не очень сильно craving, скажем так, craving with a Russian accent, кофе, но вот домашний себе делаю, даже вчера, выходя в кафе, свое любимое, где просто обожаю кофе, и, кстати, домашнее кофе я делаю именно с их зернами, я заказала матчу, потому что я поняла, что я не знаю, я больше right now into tea, матча, но кофе чашку в день не выпиваю, но это более как привычка, чем что-то, что я действительно craving. Рассказать, так как у нас сегодня плюс-минус домашний влог, о двух моих любимых кофейнях и зернах, если вы живете в Праге, где лучше покупать. Первое, вот, которое я пью сейчас, это Miners. Я обожаю Miners кофе, я это говорила не раз, я буду об этом говорить не раз. Мой любимый, я люблю у них бразильский в зеленой упаковке, и Уганду. Полюбил Уганду. Смешно, но почему-то я смеюсь. Вот, очень мне нравится. Классные зерна, классная упаковка. Тут коробочка, потом вот такая вот внутри упаковка. Супер не экологично, возможно. Но очень вкусно. Плюс у них в кофейне наконец-то появилась лояльность для клиентов. Я туда хожу действительно сейчас намного чаще, чем Starbucks, поэтому очень-очень люблю и советую вам это место, если вы живете в Праге. Если вы будете в Праге, попробуйте и привезите эти зерна в подарок. Очень классно. И вторая кофейня, это Мама Кофе, она находится за углом моего дома, как и Starbucks. Поэтому иногда приходится выбирать между ними, но вот Маму я очень люблю, это их рождественская коллекция. Покупала я их перед отъездом в Рим и все еще пью, скажем так. Очень сильно мне нравится, кофе у них достаточно недорогое, именно в зернах, и очень-очень вкусно. Так что запоминаем эти две кофейни и берем на заметку. Сегодня я должна была встречаться с подружкой, но что-то пошло не так, и я остаюсь дома, а это значит, что я еще немного отдохну, а потом, знаете что, потом будем заниматься, потому что не все ходить гулять. Учеба занимает большую часть моей жизни. И это не сюрприз. Я не очень сильно понимаю, насколько вы прямо стоите. Вероятно, красивый ракурс на фоне срача. Потому что, коль это домашний влог, и я сегодня весь день дома, решила сделать его максимально полезным и разобрать вот эту вот гору. И протереть здесь, между прочим, между своими сумками. Так случилось, что у меня действительно очень мало сториджа для того, чтобы хранить свои вещи. И у меня очень много вещей, и многие из них хранятся в коробках, либо висят вот так вот. И уже сколько я, 6 лет живу в Праге, и многие мои вещи просто висят в трейлах. И, как вы видите, этот трейл достаточно... Кстати, на видео незаметно, но он достаточно косит. И я думаю, что это прекрасный шанс наконец-таки разобрать вот это вот все, показать вам какие-то интересные мои вещи, находки. Будем вот это все с вами убирать куда-то. И да, тут моя кофта, например, New Balance, которую я недавно купила, а тут в Италии я за 29 евро купила такую кофту в стиле многослойности Miu Miu. Очень нравится, но она не стоила 1500 евро, она стоила всего лишь 30. Так что очень много интересных вещей, но из-за того, что они хранятся вот примерно так, я обычно ношу одно и то же. Квартира полна шматья везде, но, к сожалению, не все носится из-за вот этого вот прекрасного момента. Так что сейчас будем все это убирать.
коллапсило так сильно. Это платье какие-то. Я лишь хочу вам показать вот эти вот 4 вешалки, потому что я считаю, они заслуживают особого внимания. Начнем, наверное, с вот этих вот двух. Это два моих любимейших бомпера из Бершки, очень красивый, вайбовый. Из старой коллекции, покупала в Минске 3 года назад, но он идеальный, и он такой... Я не хотела, чтобы он был оверсайзный, поэтому он прям идет по телу, скажем так. Очень мне нравится, очень красивый и такой прям любимый мой. И второй — это вот такой вот байкерский, скажем так, крутой, тоже из Бершки бомпер. Я, если честно, раньше его носила очень часто, сейчас ношу реже. Очень мне нравится, какой-то почему-то мне вайб дает. Чуточку Balenciaga, Vetmoa, не знаю, Off-White, что-то между. Мне нравится пиджака, и они все из манго. Вешаем вот эти вот два красавца сюда. Это два свитера из разных вообще категорий, но идеальных. Я знаю, что свитера вроде нельзя вешать, но я это делаю. Because why not? Первый свитер из Бершки, очень красивый. Я его покупала в мужском отделе, он очень классно выглядит. Очень качественный, минималистичный, тоже мне какой-то дает vibe South France, так сказать. Просто обожаю, люблю, не могу. Aim Claw. Обожаю их очень сильно. Этот свитер прошлой зимой я носила очень часто. Единственное, мне кажется, что если его стирать, он будет в катышках, пока я его не стирала и предпочитаю под свитера надевать футболки, то лучше нравится на рейл. Главная проблема... О, боже мой. На мой взгляд... Были вот эти вот штучки под названием «Мои сумки». Они висели на этой стороне. Сейчас я хочу их перевесить на эту сторону. Но сначала я хочу показать вам некоторые из них, потому что очень многие часто спрашивают. Я сказала, очень сложно снять, потому что сумок у меня много. Задний фон лестницы, коробки обе, которые я не могу разобрать. Doesn't matter. Сумка Фурла. Обожаемая, моя любимая, я не буду долго заострять внимание, но на ней хотелось бы, на самом деле, потому что она идеальная, прекрасно, очень часто ее ношу, мне вот нравится вот эта мини-деталь на ней, идеально. Две сумки из H&M багеты, похожи на Fendi, обе обожаю, люблю, не могу. Кстати говоря, принадлежат моему молодому человеку, он тут на них повесил брелки, на две из них. Классные, любимые, но иногда их тоже гоняю. Сумка ужасная, я ее ни разу не носила в своей жизни, и она вдохновлена какими-то американскими 90-ми и коллекцией Dior, которая выпускала такого плана классические, не классические, а спортивные сумки, очень мне нравится. К сожалению, пока я ее не носила. Моя сумка Uniqlo. Сумка в Кёльне. Ей очень много лет. Мой любимейший шопер. Шопер вот такой вот, который я покупала у чешского бренда. Рекламировать его не буду, потому что он не очень хороший, но сумка классная. И дальше куча просто шоперов. Я даже не знаю, насколько стоит заострять на них внимание. Тут очень много. Вот один мой из любимых находится вот здесь. Я его покупала в Melville. Не помню, где именно, в каком бренде Melville, но они до сих пор продают. Мне очень нравится именно в коричневом цвете. Они сейчас делают очень-очень много разных. Но вот этот вот мой самый любимый. Да, это первая часть сумок. Вот такой вот шопер. Я его раньше очень сильно долго носила. Тут даже какие-то вот вещи остались спортивные. Очень мне нравится. Он из H&M. Все сумки отправятся с той стороны на эту. Посмотрим, как это будет работать. Я разбирала, нашла вот такую вот еще Uniqlo-совскую сумку, которую покупала в Париже, с коллекцией с вот этими человечечками. Очень мне нравится, как и в принципе вот это. В принципе, ежегодно обновляются коллекции и цвета. Я еду в Варшаву, и я уверена, что, во-первых, я себе куплю нового молодого человека, он ее очень часто носит. Как я уже сказала, посмотрите, какую прелесть. Вышла новая коллекция с каким-то японским дизайнером. Очень сильно хочу, если честно, приобрести что-то из нее. Вот такая вот сумка. Я вообще люблю вот эти вот мягкие сумки. Она была найдена, это моя самая любимая. Красиво, очень мне нравятся вот эти все сумки, потому что их очень удобно стилизовать. Плюс у меня стиль такой разноцветный, стрит-стайловый, поэтому... Мне это действительно подходит, именно такие сумки в стилизации. Долго искала себе сумку вот такого вот плана, шопер. К
тканевый мягкий купила за 60 евро в Urban Outfitters, чтобы он не выдержал моего сильного трипа, и вот где-то он порвался, вот здесь. Это ужасно. Куплена вот такая вот сумка в Miniso Life в Белоруссии, и она очень тоже повторяет стиль Longchamp, Longchamp, опять же, неважно. Вот, и я ее вот так вот стилизовала в платки, и мне очень нравится. Она ничуть не хуже тех же самых сумок известных, но она очень-очень милейшая. Я обожаю, обожаю. Из интересных сумок с бирками у меня есть вот такая вот. Мне очень она нравится, но уверена, что в следующем она будет одной из моих любимых, потому что она очень-очень сильно вместительна. И это идеально. Решила вам показать. Гора сумок Uniqlo, моих эссадриных совместно. Тут я оставила наверху все-таки висящую малышку, потому что она как и красивое украшение, так и, в принципе, выглядит симпатично. Вниз я убрала свою сумку Guess, которую я не так часто ношу, и вот эти два багета, потому что, опять же, почему бы нет? Тут как-то вот так вот. Тут висят легкие платья, летние какие-то вещи, которые сейчас я не ношу. А тут свитера, тут все мои верхние такие... одежда на весну, а вот, и тут какие-то рубашечки, здесь все мои шоперы и вот эти вот сумки, которые можно просто схватить сразу же сверху и надеть, так же, как это и случается с вот этими, и какие-то вещи, которые я ношу очень часто. Здесь, конечно, остается все еще срач из садренных вещей, каких-то свитеров, которые надо постирать, очень сильно люблю этот Бренди Мелвилл, между прочим. Вот это вот уберется в шкаф, и это какие-то мои пижамные образы, так сказать, которые должны лежать в шкафу. В принципе, вот так вот это сейчас все выглядит. А, ну, не сильно... Давайте мы на 0,5 поставим. Не сильно коллапсится эта штука сейчас. Единственное, надо убрать теперь вот там вот всё внизу. На свет ради данного кадра. Во-первых, я собираюсь всё-таки на кофе с подружкой. Во-вторых, я всё вам... все дни влога, господи, волосы, все дни влога рассказываю про вот эти вот прекрасные блестки кисти в ужасном состоянии, но да ладно. В общем, дамы и господа, знакомьтесь, это хайлайтер от Fenty Beauty, здравствуйте, да, он великолепный, он нереальный, он вам будет служить очень долго, и эти блестки даже на вот кисти просто идеально. Заливай, Аля не хочет заливать. Она заварила. Пока я шла домой, меня осенила одна мысль, что если вы, люди, которые смотрите меня по ту сторону экрана, будете оценивать меня по моим видео, и потом увидите меня вживую, произойдет, мне кажется, какая-то этакая дезинформация. Я не знаю, как это правильно сказать, потому что все, что я делаю сейчас в своих влогах, это я гуляю по городу, показываю красивые места, хожу, пью кофе, и вот это вот все, что, безусловно, является моей частью жизни, но большую часть своей жизни я то и делаю, что учусь, сижу дома за книгами, хожу за кофе в Starbucks и хожу в зал по вечерам. И я тот самый boring friend, который действительно ничего, кроме учебы и спорта, в своей жизни не делает. Но для меня это некий опыт, на самом деле, быть более интереснее и выходить из дома, а не только заниматься и вгоняться в депрессию по поводу всего того, что я делаю в своей жизни. А, да, не выбирайте две противоположные профессии, как бы вы сильно не любили науку. На самом деле, да, если
вы меня оцениваете по моему видео, то, возможно, дезинформация и дезинтация будет некая, да. Потому что эта девочка имеет grey matter inside her head. И вообще она учится и занимается очень важными, наверное, делами, которые, надеюсь, будут важными. Так что да, я зашла по дороге, купила себе зеленый чай в Маккафе и купила себе банановый хлеб. Хотя я так сильно обещала себе, что я не буду кушать банановый хлеб больше, потому что это carbs and sugar. Но да ладно, купила, потому что он был там последний, лежал, смотрел на меня и говорил: Лиза, возьми меня. Примерно так говорят люди с eating disorder, но да ладно. Пошла читать, вернемся в реальность, я вам расскажу реальные факты. Я пошла читать, мне надо прочесть книгу за меньше, чем неделю, на 1000 с чем-то страниц, запомнить всю эту информацию, написать кучу имейлов по диплому и вообще заняться какими-то такими вещами. Завтрашнего дня я собираюсь это делать. Так что ждите мои скучные-скучные влоги и мою учебную рутину ждите. Вот что я хочу вам сказать. Вот, потому что надо показать себя с разной стороны. И с той самой главной, которой я и являюсь. Так что с вами была она, Елизавета. Все с вами очень скоро, уже завтра. Я пошла. Я пошла, у меня много дел. Пока. Доброе утро. Во-первых, сегодня утро среды, и мы наконец-таки с вами остаемся дома. Она была раком, и поэтому домашние посиделки ей нравятся больше всего. На самом деле нет, просто надо заниматься делами, потому что через неделю я уезжаю. И это значит, что все дела надо закончить в ближайшую неделю. Но пока я завариваю кофе, хочу вам показать такую интересную штуку. Вау! Чайник, приобретение мое абсолютно случайно, был приобретен мной в Италии в абсолютно рандомном магазине. Я до этого видела в Праге и по всей Италии, в принципе, такие вот штучки. Это коллаб Bialetti с Dolce & Gabbana. И это невероятно красивая вещь, но, если честно, настолько очень дорогая. Во-вторых, очень красивая, и это факт, у меня до этого были Bialetti, были, ну, немного другие, побольше, и мне не нравились больше, чем это. Во-вторых, если честно, French Press обычно языки за 300 крон работает намного лучше, чем это, потому что если вы любитель эспрессо американо, вам вот такая вот штука обязательно нужна. Но если вы, как я, любитель просто кофе и молока а-ля латте, но не взбитого, в общем, половина кофе, чашки вы наливаете молока, делаете все в Starbucks кружке, поэтому вы понимаете, какой объем тут нужен, вот этот чайник абсолютно неправильная вещь, которая должна быть у меня. Но просто еще раз посмотрите на эту красоту. Я очень рада, что он есть в моей коллекции, но я им пользуюсь примерно так же часто, как турецкой туркой, очень красивой, которую мне привезли мои родители из Стамбула. Самое случилось с туркой. Очень красивую турку мне привезли мои родители из Стамбула. Она невероятно красивая, я считаю, просто. Но я все так же не научилась не варить кофе. Поэтому она просто вот такой вот красивый, своеобразный сувенир у меня хранится. Тоже он нереально красивый, но просто нереально красивый на это все. Вот это я понимаю, а не все эти ваши эспрессо.